Снова здорово, дамы и господа, с вами Роман, канал Freeze and Games. Мы продолжаем с вами Звездные войны Галактика Героев. Сегодня у нас Тоха и в соперниках Аулерон. Аулерон. Гильдия Midnight Chronians. Midnight Chronians, да. Скорее всего, так. По кораблям, сразу по флагманам мы смотрим, что у него есть пучина, но при этом... А, и палач есть. Но здесь 4 звезды, тут 4 звезды. По персонажам у него есть 6 легенд, по ГМ 9,5. То есть делаем какие выводы? По пешке, по ГМ он, конечно же, нас намного сильнее. Но по флоту как раз-таки наоборот. Он уже ударил 1722, что грязно. Достаточно таки. У него был косяк на флоте. У него наверняка еще косяки по пешке есть. Да, поэтому моя задача закрыть, и желательно с меньшим количеством косяков. То есть у него здесь... О, на жуках. Блять, ну если он на таких пачках лажает, значит у него в дефе там просто писоса будет. Давай смотреть. МДК. Ну, допустим, это я вынесу за зеркальем. Рэй — это Старкиллер. Эти две пачки мы даже не смотрим. В этом нет ничего интересного. Палпатин. Два танка. Вообще Гидеон. Бля, Гидеон еще, наверное, будет быстрый, да? Триста одиннадцать. Блин. Можно, конечно, рискнуть и попробовать МДК вынести за Палпатина. Так, подожди. Давай, давай, что точно. Вот прям вот что, вот 100%, куда мы как пойдем. Вообще у меня особо времени нет думать, потому что... А вообще в Челябинске, если что. Должен быть. Давай сюда. Здесь Старкиллер 100% идет, то есть тут особо без вариантов. Мы берем вот так, мы берем вот так, мы берем нейтральных адептов силы. Естественно, вот так и джедаев. Вот таким вот образом, макаром, где у меня ты. Что мне здесь надо будет? Датакрон какой-нибудь я хочу. А, ну вот снейчки я, в принципе, возьму, да, они получают повышение стойкости. А, подожди, я же всегда беру на заполнение шкалы хода. И, в принципе, достаточно неплохо получается. Да, вот это датакрон. Поехали, попробуем. По большому счету я вражеского МДК могу ведь попробовать вынести еще за Млюка. Он ведь его тоже забирает, мне не обязательно зеркалировать. Ну-ка, ну-ка, фу. А антикрит не это, не хочет, да, сниматься? Ай, ай-ай, вы чего? Что-то не пошло, не понял. Воу. Убили без просада. В целом я согласен. Не, нельзя пока ультовать. Там еще и запрет на прохил неснимаемый висит.
Бляха, на барышню-то прилетел. Запрет на прохил на 4 хода. Это ой-ой, как больно. Сейчас бить будет. А смотри, будет больно бить. Ой, смотри, сейчас будет больно бить. Ой, смотри, сейчас бить будет больно. Бля, я даже, наверное, глаза закрою. Опа, выжили. Так, тихо, подожди. Ожидаемо. Оп. Палпатина к жизни вернем, интересно, нет? А его нельзя к жизни вернуть, да? Невосприимчивость? Невосприимчивость к чему? Бляха, а чё? Палпатина, все, здравствуйте. Сука, я сейчас ни разу не попаду, мне бы стан ей вхреначить. Все, я сейчас по ней не попаду ни разу. Никто никогда по ней больше не попадет. Отражение удара, естественно. Ну, блядь. По факту надо, чтобы Старкиллер хотя бы разок по ней попал. Все. Ой-ой-ой, зря. Надо было дождаться предвидения, а потом бить. Запрет на прохил, но в принципе ладно. Охренеть, какая она уклонистка. Да, надо было ее контрить. Я при том даже слыхал этот совет. То ли у Влада на стриме, по-моему, кто-то писал, что упоролся в такую хуйню. Он говорил, что надо ее типа было контрить. Но пока меня обходило это все стороной. Но уже, увы, ах. Так, ладно. Тогда сюда мы берем Млюка. Так, и мне нужна защита по максимуму. Вот так вот. Не то чтобы по максимуму, просто на Кэтбэйна тратить датакрон уж тоже не хочется. РСМ соло вынесем, это не проблема. Не проблема же это? Надеюсь, что нет. Так, надо скинуть ваше предвидение. Больно. На. Шкала хода, по-моему, не работает, да? Он ульту на половинку использовал, на полшишечки решил поиграть.
Ну это, кстати, вот это уже подстава. Еще и запреты на прохил везде пораскидывал. А сейвьер уже был? Так, я понял тебя. Походу, моя идея пошла по пизде. Давай мы его добьем, чтобы он не мешал. Потом на Падму быстренько перескочим. Так. Кто его добьет? Пацаны, кто добьет? Это мы предвидение чисто снимаем. А это добивка. Да, есть. Убираем предвидение. Малыша не трогайте. Не трогайте малыша. Походу малышу свиздос. Тогда вот так сделаем. Я знаю, что это не накинет на него... На него, на нее, ни на кого не накинет запреты. Но это хотя бы даст... Что это мне дает? Подожди, что это мне дает? А, что это мне... А, урон, урон, точно, дамаг. Просто... О-о-о-о. Бум! Бляха, а чё, бум-то чуть-чуть не сработал, бум. Так. Так. Снимаем предвидение. Прохиливаем. Бьем через глаз. Бьем через глаз. Снимаем предвидение. Бьем толпой. Так. Отлично. Отлично. И добивонька. Есть контакт. Все, хорошо, наша задумка сработала. Тогда на ЛВ я могу заходить за МДК. Да, на ЛВ я могу заходить за МДК. С Рэй, конечно, немножко не получилось. Немножко, немного. Сюда я могу смело заходить за МДК. Вот так, вот так, вот так. Где у меня Галактическая Республика? Падме, ты и ты. И Датакрон на... Наверное... На здоровье. А, нет. Не-не-не-не-не, подожди, где тут? Нельзя оживить. А подожди, а у него датакрон на что стоит? На оживление танка? А нет, не на оживление танка. Тогда мне оживление, запрет на это мнение не имеет смысла. А сколько у нас здоровья? 54. Да, в принципе, ладно. Пусть останется этот датакрон. Более жирный мы оставим на легенду Палпатина. Здесь у него нет датакрона на оживление танка. Поэтому можно особо не переживать. Так, 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 так. Ну, сюда... Минус первый танк ушел. Снимаем ошеломление. Ай да ты. Сволота. На. На еще. МДК. Толпой. Хорошо. Теперь было бы неплохо Гидеона выстегнуть, потому что эта собака нам атаку порезал. Вот таким образом, класс. Теперь здесь, чтобы мы
мы не видели расколов. Сюда. А, ну брось. Достал свою культю. Сука, какая у него рука противная, а? Ну охереть не встать. Ну как можно было так криво, отвратительно нарисовать руку? Пипец. Вот знаешь, вспомни свое детство. Я сейчас любому говорю, у всех такая хуйня была. Вот детство прям самое раннее, самое детство, когда только-только плюс-минус научился рисовать. И когда ты пробовал нарисовать руку, не когда обводил свою, а когда просто пробовал нарисовать. И вот эта вот бугагашка, которая получалась, вот разработчики сделали то же самое. Да сука, возьмите просто, вот, руку приложи, обведи, и все, уже лучше получится. Ну что за срань, просто всрань катастрофическая. Она меня до сих пор раздражает, это серьезно. Здесь много, правда, таких моментов. Все, голос проебался. Все, хорошо. Так, стяги меня вообще не интересуют. Просто больше не фейлим, не фейлим больше. Так, сюда Палпатин. У меня, кстати, еще одна легенда осталась. Но я его трогать не буду. Знаешь, куда я оставлю? На тот случай, если мы Старкиллера где-то в защите увижу, а он может быть позади. Поэтому СЛКР я пока не трогаю. Гесса я заберу за повстанцев. Здесь повстанцы нормальные, это не проблема будет. Угу. Ой-ой, разошлись. Блин, на нем сомнения. Ну ладно, себе хотя бы защиту восстановлю. Прости, Ват. Ты был мне хорошим другом, компаньоном, товарищем, соратником, сепаратистом. Но ты должен умереть. Во славу империи. Так. Во славу ситхов. Воу-воу-воу-воу-воу. Что-то больно как-то. На. Давай, наверное, вот так сделаем. Буйство. Молодец. Буйная какая. Ты посмотрите на нее. Ага. Ага. Ну-ка давай ульту. Здорово. Здорово, великолепно. ГЭС повстанцы. Как ранее оговаривали, пойдем через повстанцев. Так, ты и что-нибудь возьмем. А что взять? Тоже, наверное, крит урон. Защита, критический урон. Поехали. Ша будем долбить, как не в себя. Даем оглушение на Рекса, чтобы он не давал разгон. И дальше переключаемся сразу на ГЭСа. Так. Тихо. Угу. Давай вот сюда. Хорошо. Минус файвс, пацаны, минус файвс. О-оу. А по-моему, получилось немного не так, как я хотел. Раз они восстановили защиту, то умер, то нихера не файвс первым. И кто же из этих скотин помер?
сука, он уже второй раз встал. Сука. Блядь, ну это, ну это бред уже какой-то. Это уже, ну что-то, ну не должно быть такого в целом. Что за хуйня-то начинается? Этого уже не должно происходить. Ну как так-то? Гэс это добить будет сложно. Не, ну оставался бы он один еще, ладно. Но там же еще два дурачка. Опа. Бляха, и везде предвидение. Не убил? А почему не убил? Все же джедаи, все из Галактической Республики. В смысле? Подожди. Да нет, Итко тоже джедай, тоже из Галактической Республики. Я же по Галактической Республике ставил вот этот фильтр. Вот этот код, пожалуйста. Джедай, Галактическая Республика. Почему он не убил-то? Ой, блядь. Ручка упала. Я ни разу не пробовал, но хочу попробовать. Давай. Ни разу не ходил, уже все ходили, блядь. Один я не ходил. Я тоже хочу. Тоже пойду, ничего не знаю, все. Ну, почему бы и нет? Ну это просто 3 на 3. На 5 на 5. Потому что 5 на 5 сработает, я хер знает. Ну да пусть, но это ничего не означает. Пока ничего. Так, вы. Бляха, вот что с вами сделать? Кто есть какой-нибудь такой вот, ну... Блин, и все с отряды-то хорошие остались, понимаешь? Все отряды остались хорошие, хорошие, путевые отряды. Так, ладно. А почему Амотма забирают в целом Квайгона? Не, серьезно, Амотма забирает Квайгона?
Что-то я вот сейчас мыслью задался. Интересно. Так, сопротивление. Так, хорошо. Хорошо. Бляха, вот прям вот вангую, да, найдется человек, который мне скажет: ебана в рот. Надо было тратить нормально сильные паки на первые ряды. Бляха, ну когда есть такой соперник, тратить паки на сильные ряды. Ой, тьфу, блядь, сильные паки на первые ряды, но это тоже не всегда правильно, потому что можно легко, просто легчайше залететь в ловушку императора, где будут наказывать тебя по самые не балуйся. Поэтому, с одной стороны, правильно, с другой стороны, это индивидуально все. Потому что КЛС отлетел от ГЭСа, это... отчасти, кстати, еще тоже может быть мой косяк, потому что я никогда не изучал контру. Часто читаю комментарии, где мне пишут: ебать, а ты что не видел, как вон Аха, как вон Влади, да, еще там кто-то куда-то, зачем-то. Я не смотрю. Просто-напросто. Я не смотрю видосы по Гоху, я не читаю статьи по Гоху, я не слежу за новостями по Гоху. Я, в принципе, этим всем не занимаюсь. Я понятия не имею, что, где, когда, как и почему. Если что. С одной стороны, конечно, надо бы этим заняться. С другой стороны, вот я прежде чем чем-то заняться, задаюсь вопросом. Не всегда, но довольно часто. Типа, а зачем? Зачем мне в целом это вообще надо? Зачем мне этим заниматься? И каждый раз, когда я такой: ага, надо посмотреть, читаю комментарии, да, что надо посмотреть контру такого-то, такого-то, потом думаю: да зачем? Ну, как серьезно, ну зачем? Что я могу, чем я могу заняться в это время? Что я могу сделать более полезного? И я нахожу тысячу задач, которые будут куда более полезными и интересными, чем смотреть контру кого-то против кого-то. В целом. Отношения, с одной стороны, неправильные. Да, ведь это Гох, ведь это великая арена, ведь это вот все. А с другой стороны, я играю не на какой-то там профессиональной арене, не киберкотлета, не вот это вот все. И, соответственно, мне посрать. Если просто говорить человеческим языком. Поэтому. Ага. А что у меня там наверху осталось? Я, конечно, некоторые контры я в любом случае еще посмотрю. То есть здесь как бы без вариантов. Я взгляну на некоторые контры. А, у меня еще вот эта мразь. И вот эта мразь. РСМ, ну РСМ соло. Так, Даш. Ну, в принципе, я сюда, наверное, и с Ревана могу пустить. Тут особо выеживаться не буду. Дата крон какой-нибудь им подкину. Критический урон, шанс, здоровье, защита. Пойдет. Залетит только в путь. Ну, давай, Даш. Дашь ты мне или не дашь? Так, ты. Ага, еще раз стукни. Хорошо. Отлично. Шикарно. А я вот так сделаю. Знаешь для чего? Для того, чтобы потом всех задиспелить. Смотри, вот так вот. Опа! И все, ебать. Учись! Сколько у нас косяков? 2, 3. Два-три это плохо. Так, здесь мне надо обгонять. В целом, кстати, если обгонять... А что если... Я же супер быстрый тут в теории. Или не быстрый? А вот сейчас мы и узнаем.
Ай, быстрый я или не быстрый? Нет, я, оказывается, ни хера не быстрый. А у меня же датакрон на заливку шкалы хода, на 20% шкалы хода, разве нет? Это не работает, когда есть омикрон-пилот? Да ладно. Это нифига себе, я не ожидал. Не, серьезно, очень неожиданно. А почему ты в целом ходишь, мразь? На нем же ошеломление было. А он, наверное, бонусный ход получает. Он получает не 100% шкалы хода, он, наверное, бонусный ход получает. Поэтому он ходит тогда, когда не должен ходить. Ладно, хорошо, я запомню. Но здесь тоже стягов просрали, дай боже. Хотя могли бы либо и сэкономить. Могли были. Мог был, а не могли были. Так, сопротивлением. Сопротивление. Сопротивление. У меня где-то датакрон был. Вот. Такой. Интересно, охотники или сопротивление? Сопротивление или охотники? У меня еще... Подожди, а РСМ? Я завалюсь на РСМ. Я завалюсь на РСМ. А эта тварь, скотина, падла, там бомжара же вернется к ней. 100% бомжара этот имбецил вернется. И она будет уже нифига не в соло, их будет как минимум двое. А спасибо. Интересно. Не, он... Наверное, вернется. Так, ну сюда я пойду кем? Сюда я пойду. Возьму тебя на всякий пожарный. А может, я с датакроном ошибся? Я какой-то, может, не тот датакрон взял? Да не, это, наверное, омикрон. Там же омикрон дает, по-моему, плюс 100 к скорости. Я не помню. Вау. Падла, успел массовку дать. Хотя он, может быть, и в Солянова уделал. С другой стороны, там был капитан, который умеет воскрешать, но опять же там откат длинный. Наверное, можно было и в Солянова попробовать. Так, ладно, сюда. Бляха, Бен бомжара, он, по идее, должен к жизни. А. У меня же еще вот этот хрен есть, а я про него совсем забыл. Да тут датакрон бессмысленно. А ну вернется к жизни? Нет.
Потому что Рейни лидер. Рейни лидер. Но я думал, что оставшийся персонаж занимает место лидера. А он, видимо, не занимает место лидера. Так, ладно, хорошо. Пум-пум-пум. Сюда я захожу тогда непосредственно за тебя. Там вот это. Ну, все, в целом хорошо. В целом хорошо, осталось только каким-то образом отыграть так, чтобы не пролететь по стягам. Потому что косяков у нас, в принципе, достаточно большое количество получилось. Три косяка — это 60 стягов потеря. Но опять же, в прошлой битве мы набирали 1834. Посмотрим, как сейчас дела пойдут. А можно я схожу быстренько? Спасибо. Да, ну перестань. Он тебе особо не поможет. Единственное, что тебе может помочь, это мои кривые руки. А вот они помогут точно. Интересный ход мысли у тебя. Посмотрите-ка. А второй раз мы стрелять не будем сегодня, да? Жаль. Там, по-моему, 60% что ли вероятность второго выстрела. Что, с одной стороны, как бы много. Ведь это 60%. А судя по статистике, как часто происходит второй выстрел, это как бы, ну, не то чтобы много, это вообще ничего. То есть такое ощущение, что там в принципе нет второго выстрела. Периодически. Так, сепаратисты. Кстати, следующую великую арену 3 на 3 на Тохе. Возможно, не будет. Возможно, будет Тоха сам отыгрывать. Потому что у меня мозг не вывозит. Я начинаю допускать слишком часто ошибки. Притом, ладно, если бы новые. Проблема в том, что они старые. Поэтому либо я пропущу великую арену на Тохе, и он самостоятельно будет разруливать. Либо я пропущу великую арену вообще в целом. Весь сезон. Посмотрим. Так, есть контакт. Никто не считает. Никто не считает. Никто не считает, никому не... А кто в соперниках-то? Ах, да. Опять мне Тоха сказал, какого хуя не берешь Бестана в основу? Ну хорошо, я возьму в основу Бестана. Мне ж не сложно, Тоха, ты пойми, мне вообще в принципе наплевать, кого брать. Вот вообще просто, скажешь будет Бестан, будет Бестан. Скажешь коготь, будет коготь. Все равно я не умею ни так, ни сяк, поэтому мне в целом без разницы. Ошеломление, здравствуйте. Больно, но в принципе могло быть гораздо больнее. Да ёб вашу. Ну давай сюда. Все-таки он танк, он должен держать удар. Да хорош получать эти твои предвидения, провокации и прочую херню. Так.
А Сокол вообще в поддержку? Он же приходит. А есть же какие-то показатели, какие-то условия, какой-то принцип, блядь, по которому Сокол должен приходить в поддержку. Почему вот я иногда смотрю, он клепашит просто как тварь с каждому союзнику. Такой, да, братан, ща мы его нагнем, братишка, давай ебеним. Как только я его беру, это собака спит. Кстати, победили. Просто спит и не делает ровным счетом ничего. Где ты, корабль? Сокол тысячелетия. Где твоя уникалка? Все союзники повстанцев, когда союзник повстанцев использует способность во время своего хода, Сокол с 50% шансом приходит ему на помощь. Когда союзника вызывают подкрепление, Сокол увеличивает точность это посрать. Если это союзник повстанец, он также получает это посрать. Кроме того, когда на другого союзника повстанца... Где эти 50%-то? Какие 50%? Минус 50? Ай, ладно, в пизду. Ладно, хорошо, хотя бы разок победили, но в целом это даже хорошо, потому что сильно высоко нам тоже тут забираться не надо. Хотя мы бы сейчас вообще с Кайбера 2 вылетели. Ну, ладно. Все, я пошел отдыхать, решать судьбу Тохи на 37-й сезон, а ты пока подписывайся на телеграм-канал, на Бусти, на ютуб-канал. Пиши лайки, ставь комментарии. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман. И да пребудет с нами сила. We'll be right back.